на связи Москва. На вопросы журналистов завтра ответит Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа. Общение пройдет в формате видеомоста «Москва, Кишинев, Тбилиси, Минск». Захарова расскажет о ситуации в мировой политике. Год назад такой разговор со СМИ уже был. Тогда Мария Захарова отвечала в том числе на вопросы из Приднестровья. Эмоционально признала, тема нашего государства для нее сложный вопрос. Просто тяжелее вопроса нет. А говорить о том, что мы будем развивать русский язык и поддерживать соотечественников, конкретно в ситуации с Приднестровьем, это намного шире вообще проблематика, нежели то, что я могу сказать. Это вопрос, я не знаю, исторической справедливости, вопрос того, что хотят люди на земле, в той реальности, в которой они живут. Поэтому, ну, вот правда. Еще раз повторить, что и в личном моем плане, и в плане моих рабочих функциональных обязанностей самый сложный вопрос. Потому что тебя каждый раз и подталкивают вопросами, и внутри себя хочется перейти на тему справедливости. И каждый раз я понимаю, что я многого себе не могу позволить в силу, опять же, той позиции, которую занимаю. Вопрос о Приднестровье прозвучит и в этот раз. Наш канал уже получил приглашение на участие в пресс-конференции. Видеомост с Марией Захаровой начнется завтра в мультимедийном пресс-центре информагентства «Спутник Молдова».